Всем привет, это Юля специально для Betfair Poker Live. И рядом со мной Дмитрий, участник турнира Betfair Poker. Дима, расскажи, как у тебя вообще складывается турнир, какой у тебя стэк и как себя ощущаешь? Вот, на самом деле складывается все хорошо. В начале турнира на самом деле было не очень хорошо. Я проиграл 7000 буквально за две раздачи, немножко расстроился. Вот, приехал и в бас тут уже сразу так вот проиграл. Потом начал активно играть. Делал постоянные рейзы, и вот мне хорошо раздали, я удвоился, сейчас у меня стэк 44 тысячи, вот, можно сказать, почти чип-лидер стола, вот, поэтому все идет хорошо, я думаю, что дойду до призов, буду, по крайней мере, стараться. А это твой первый офлайн турнир или у тебя уже есть какой-то опыт? Нет, на самом деле я в офлайне играл уже очень много, больше 50 турниров сыграл, но именно такого вот крупного масштаба, да, то есть международного, у меня в первый раз. Я знаю. А как обстановка с твоим столом? Есть ли там агрессивные игроки или, может быть, какие-то известные про, с которыми у тебя были раздачи забавные? Да, на самом деле там два очень хороших игрока. Это один финн и один эстонец. Очень хорошо играют. Вот. И против них надо осторожно быть.